Итак, друзья, всем привет! Хочу поделиться посевом петрушки и укропа. Я подсмотрела на обзорах нашего интернета. У меня никак укроп не рос. Если даже всходы появлялись, то через некоторое время все это падало. Тут я увидела в просторах интернета, как сеют укроп, петрушку. Все это дело подготовлены у меня перегной и кокосовый субстрат. Вот я проливаю кипятком. Потом что я делаю? Делаю вот так вот лунку. Заранее у меня на ночь замочен был укроп и петрушка в обычной воде, 3 раза промыв ее периодически. Да, я ночью вставала, промывала. И утром. Ну вот так вот все это дело. Называется это кустовой посев. То есть берется вот так вот горсточка семян и вот так вот хаотично сыплю в каждую луночку. Вот так вот. Также я буду делать это с петрушкой. Потом дождемся всходов. Посмотрим, как все это взойдет. Обещаю, что это всходит дружно, и пересаживать в горшок. Ну вот так вот. Будем ждать, что будет расти далее.